Спортсмены, правила знаете. Формат боя 3 раунда по 2 минуты. У вас главный бой. Покажите красивый, честный бой. По углам. Судья. Боец готов? Боец готов? Судья. Бой! Дорогие друзья, две легендарнейшие личности Ютуба. Кирилл Руки-Базуки и Монгол. Базука-то мальчина. Давай. Посмотрите на руки Базуки. Какие руки. Он очень храбрый парень. Монгол боевик натуральный. Очень сильно бьет. У него мощный удар. У него одних подписчиков в Инстаграм 900 тысяч подписчиков. Я же вам говорю, у обоих легендарный. У него, у этого миллион, у Кирилла миллион подписчиков. Ни один профессор, ни один ученый в России, даже, может быть, в мире столько подписчиков не имеет. У вас настолько они легендарные. Но Кирилл чуть выше. Рубка пошла! Рубка пошла! Монгол начал бить по корпусу! Кирилл отошел, Кирилл отошел, отдыхает и наступает вперед! Передней рукой! Левой рукой! Дорогие друзья, Монгол, вот 45 лет, но он успеет, мощная, хорошая фигура у него. Более рослый, 180 сантиметров, Кирилл Базуки, базуками начинает колотить своего соперника, но Монгол этого не чувствует. Разворачивается, Кирилл, дыханка кончилась. Что такое? Хромает, уходит. Раз, два шага назад для дальнейшего наступления, и вперед, Монгол без конца нападает, идет вперед. Бой, кажется, не дотянет до второго раунда, падает! Это не падает, да, что это? Что это? Что это? Снизу бьет Монгол? Синяя защита! Кирилл, давай! Итак, дорогие друзья, Монгол, кажется, добился победы. Полную защиту ушел Кирилл. Судья внимательно смотрит, что делает. 10 секунд, синяя активнее! Так, Кирилл, вставай, Кирилл, вставай. С такой легендарной рукой, рука с такими легендарными руками. Что ты, брат? Ох, наконец-то, слава богу. Не-не-не, Монгол, руки поднимай. Это конец первого раунда, Монгол, ты не радуйся особо. Сейчас будет продолжение. Монгол, ты что? Судя по накалу этого боя, парни дрались за место в «Мстителях». Заметно, что Базука вышел уставшим, потому что самые энергозатратные удары он нанес по жопе Пескун. Сегодня Кирилл убедился, что отъебать могут не только в порно. Дай воду. Воду взяли. У Монгола просто так капу даже не вытащишь. Да. Такая челюсть. Он уже есть. Попей. Монгол, где эти монголи, непонятно, наступали татаро-монголи, остались татары, монголи исчезли, вот один из последних монголов, может быть, ну такой жестокий, руки, улыбается, вау. Все, давай. Второй раунд. Эпик файтинг. Второй раунд, бой! Олег! Передней рукой работай. Олег, давай делай! Кирилл идет с опущенной головой, вперед пускает руки. Опа, размахнулся. Монгол начал впервые отступать. Монгол отступает. Колено, Кирилл отступает. Колено. Пах, пах, еще? Не знаю. Теперь Монгол развернулся. Кирилл отступает. Активнее. Тут идет бойцы, атаки активнее. С переменным успехом. Какой размах. Достал Кирилл его. Монгол хочет идти на удушающий. На болевой или удушающий. Олег душит сверху. Кирилл сопротивляется, руками хочет освободиться. Судья внимательно наблюдает. Второй раунд поединка. Эпик файтинг. Монгол против руки Базуки. Две легендарные личности. Олег Монгол в красных шортах, черных шортах. Руки Базуки. Кирилл. Попытка. Примитивнейшая, обычная, простейшая попытка на болевой. Уважаемые друзья, кажется, у Монгола получилось, но руку... Кирилл не сдается. Кирилл не сдается. Тяни руку, тяни. Смотри, он нажимает. Он не знает, ему еще надо чуть-чуть скрутить. Монгол, он жизнь... Ножки. Тяни. Дорогие друзья,
Мне Измаил вряд ли такой интерес вызвали, чем этот бой. Посмотрите, какой сильнейший болевой. Болевой, который не причиняет никакой боли. Таких боев вы никогда не увидите. Руку под мышку суй. Дорогие друзья, если этот эфир, передача идет на Америку, отключите, чтобы Дан Уайт не переходил наших боевых товарищей. Побеждает Олег Монгол, кажется, Кирилл Руки-Базуки очередной раз, как обычно, сдается. Кирилл, как и все в его теле, стоял до конца. Неприятно получать по лицу рукой, от которой пахнет пиздой Александра Пискун. Еще б немного, и базука Терешина кончила на лицо монгола. В этом эпическом бою, легендарном реванше, межгалактическом состязании побеждает боец из красного угла. Во втором раунде приемом армбар Олег Монгол! Ну чего, Кирюха? Почему проиграл? Что скажешь? Нездоровый образ жизни, отдыхаю постоянно с тёлками, трахаюсь, все. В жизнь нужно брать кайфом, а не работать на этой ебаной работе. То есть девушки, они тоже, это своеобразный вид спорта? Да, нужно в разные киски входить и по-разному кончать, чтобы организм удовлетворялся. Это цель моей миссии в этой жизни. Да, ну вот, а к вам вопрос, как к продюсеру, тренеру, все-таки вы ожидали другого, да? Да ничего я другого не ожидал. Ну, 4 тренировки по 12 минут за месяц, ну, как бы. Главное участие. Уже неплохо.